Югорчанам с инвалидностью станет проще получить сертификат на приобретение средств технической реабилитации. Кроме того, денежный размер такой помощи станет больше. Изменения в соответствующий порядок утвердили на заседании окружного правительства. Поправки инициированы Департаментом социального развития региона. Также увеличивается и сумма, выделяемая инвалидам на ремонт средств реабилитации. До недавнего времени размер сертификата рассчитывался по закупкам 2015-2016 годов, но индекс потребительских цен вырос на 4%, поэтому и произвели соответственное увеличение номинала сертификата. Еще скорректировали перечень сведений, которые предоставляет заявитель, так, чтобы человеку было проще получить сертификат. Данная мера социальной поддержки востребована югорчанами. С начала ее реализации произведена оплата порядка 10 тысяч сертификатов на общую сумму более 170 миллионов рублей.